Привет-привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. И, кстати, добро пожаловать в мой ТОКАМИР. Ну что, давайте сделаем обзорчик моей квартирки, такой мини-рум-тур. Ну что, поехали? Квартирка у нас очень маленькая, но довольно уютная. Давайте выйдем на мое любимое место, на балкон. Там такой шикарный вид. Ну что, пойдемте? Ну вот, это мой балкончик. Здесь у меня много цветов. Я очень люблю цветы. Сейчас я их пополиваю, чтобы они у нас не засохли. Так. Ой-ой, я совсем забыла. Я же хотела эти мячи переложить на балкон. Не правда ли так намного лучше и удобней? Ну, а теперь я вам скажу, что еще у нас тут хранится на балконе. Смотрите, это вентилятор. Мы его используем, когда жарко. И гриль, чтобы готовить всякие вкусняшки. Ну, пойдем теперь дальше смотреть, что же у нас еще есть в нашей квартире. Тарарарам! Ну, это наше любимое место, наш любимый диванчик. Здесь мы проводим много-много времени. Идем к нашему милому журнальному столику. Посмотрите, здесь у нас хранятся всякие вкусняшки и наши игровые жестики. Ах, да, у нас есть еще фотоаппарат, чтобы сделать милые кадры. И тут полка, много книжек, вон утюг есть, всякие баночки, скляночки, ну, всякие такие мелочи. Конечно же, король нашей квартиры – это наш телевизор. Здесь мы смотрим фильмы, играем в игры. А вы любите видеоигры? Если да, то ставьте плюсик в комментарии. И мы идем дальше. Это наша кухня. Да, она у нас маленькая, но тут есть все необходимое. Вот, посмотрите, это наш стол и стул. Здесь мы завтракаем. Так, есть еще, конечно, у нас шкафчик, где мы храним всякие принадлежности. Хотела открыть, а получилось, что закрыла совсем. Ну, тут видите ведро и всякие мелочи такие. Ну, это нам не интересно. Так, смотрим дальше. Ну, и, конечно же, у нас есть вон печечка. Наша помощница. У нас есть мега-духовка, там, где мы готовим всякие вкусняшки. Есть сковорода. Ну и все необходимое. Вон сверху фонарики, чтобы было видно все. Там вон полочки со всякими принадлежностями, тарелочками, чашечками, со всякими кастрюльками. Ну, все самое необходимое для нашей кухни. Ну и, конечно же, наш холодильник. Как на кухне без холодильника. А вот посмотрите, какой он у нас высокий-превысокий, но, к сожалению, там не сильно и густо сегодня. Ну что ж, теперь пойдем в нашу ванную комнату. Посмотрите, какая у нас крошечная, но тут есть все необходимое для существования. Тут есть у нас умывальничек, водичка, зеркальце, полочка. Там вон щеточка стоит, всякое такое. Ну, конечно же, унитаз. Куда же без унитаза, да? Вы согласны? Ну, и еще у нас есть душ и стиральная машина. Сейчас покажу вам. Так. Вот она, наша мега-помощница, стиралочка. Ну, и, конечно же, душ. Сейчас покажу, как он включается. Вот так вот льется водичка. Ну, короче, вот такая вот у нас ванная комната. Ну, и, конечно же, наша кроватка. Куда же без кроватки? Где же нам спать? Ну, вот она, типа, у нас находится наверху. Это у нас, типа, второй этаж. Ну, тут она играет музычка, тут фонарик, полочки всякие. Ну, такое. Вы меня поняли, да? Ну, и, конечно, не забудьте подписаться на наш канал. Ссылочка в описании. Посмотрите, у нас там много чего интересного есть.